вот, собственно, серия моих обзоров подошла к концу. Я вам рассказала про свои 6 любимых марок по уходу за собой, 6 любимых марок моей уходовой косметики, которыми я неизменно пользуюсь, которым я доверяю, которые я люблю, в каждой из которых у меня есть любимчик, без которого, честно говоря, на данный момент я не мыслю моего каждодневного ухода за собой. По любимчикам можем еще раз пробежаться, чтобы у вас было более четкое представление. Так мы начали с дермалогики, и в дермалогике любимчик у меня Gentle Cream Exfoliant. Это эксфолиант, это отшелушивающее средство. Дальше у нас была Доктор Хаушка. Доктор Хаушка у меня любимчик. У меня два любимчика, наверное, у Доктор Хаушки. Это тоник специальный Clarifying Toner. Это ампулки, которые у меня сейчас, Night Conditioner. И нет, три любимчика у меня в Доктор Хаушке. В Доктор Хаушке еще любимчик Vitalizing Mask. Вот эта вот маска, она действительно потрясающая. Следующая марка, о которой я вам рассказывала, была марка Murad. В марке Murad мои любимчики это все-таки AHA и BHA Exfoliating Cleanser. Вот в этой вот большой тубе в объеме 200 мл, которым я с удовольствием пользуюсь и покупаю его опять и опять. Пока не совсем представляю, чем его заменить и как я без него смогу обходиться. Следующая марка, о которой я рассказывала, была марка Dr. Seba. В Dr. Seba, как я уже сказала, у меня тоже два основных любимчика. Это Pure Vitamin C Powder Cream, это порошок витамина С, и Repair Serum, гиалуроновой кислотой и коллагеном, концентрированная сыворотка, потрясающая, уникальная, которая работает. Еще я вам рассказала про японскую марку PSK2, в которой Facial Treatment Essence, замечательное средство. Честно могу сказать, марку SK2 я пока распробовала несколько меньше, чем остальные марки. Обещаю это все исправить и предоставить вам подробнейший отчет по использованию продуктов марки. И последняя марка, the last but not least, это марка Ultraceuticals, в которой моим любимчиком является Even Skin Tone Serum. Это потрясающий кислотный концентрат, который, собственно, и борется за свежесть, чистоту и гладкость моей кожи. Очень надеюсь, что вся информация, которую я с вами поделилась, будет для вас полезна, если не вся, то хотя бы частично. Если у вас есть вопросы, а вопросы, наверное, есть, задавайте их, пожалуйста, пишите в комментариях. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Очень прошу вас, не судите строго. Это первое видео на моем блоге, и поэтому пока что, наверное, все еще не так хорошо и радостно, как бы хотелось мне и как бы хотелось вам. Я обещаю работать над собой, исправляться и не переставать радовать вас разнообразными видео с новой информацией, с новыми рассказами. И пока-пока!